Я ж прибежала, уже вот все горит. Пожарных вызвали жители соседнего дома. У самих пострадавших времени на это не было. Спасали детей. Соседи из дома напротив предложили людям, оставшимся без крова, временный приют, еду и теплую одежду. У нас у мусульман положено помогать пожилым, старым. Неважно, какая нация, Бог единый. Спасатели прибыли на место через 5 минут. Пожару был присвоен второй ранг опасности. К месту ЧС прибыли 11 пожарных расчетов. Задачу спасателям осложняют деревянные лестницы, по которым огонь в считанные минуты добрался до чердака. Было эвакуировано 9 человек. Есть подозрение, что под завалами остается пожилая женщина. Есть вероятность, что она попыталась эвакуироваться самостоятельно и как раз попала вот на эти лестничные клетки, которые сейчас целиком все прогорели и обрушились. Спустя 2 часа информация о том, что женщина погибла, подтвердилась. Чудом удалось спасти 92-летнего мужчину. Его вытащили последним. Самостоятельно передвигаться пенсионер не мог и чуть было не задохнулся. Причину возгорания в настоящий момент устанавливает испытательная пожарная лаборатория. Проверяются 2 версии – короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.